Не, этот форсер дает вот этот. Ну, 12 занимает он скорость. Ну, с этой скоростью в бою 3. А без двигателя же в него. Потом скорость передвижения 3D. Боевая скорость 3.12. Скорость передвижения 3.5, но это по карте. То есть стратегическая у меня 3.5, боевая 312. То есть 350, а там 312. 29. Бонус боевой скорости 60, и то он там не доволен, что он не сумели летает. Ну линкуров понятно, что он мертв. Но что не, он и сказал, что он не летает, что не рассчитывал на что-то. А этот... И выкинуть только можно эту бомбочку. 10, но она не даст экран. Экран, допустим, тут кондёр поставить, он 11, да, он мало. 20, ну, для... Он, конечно, приносил бы. Можно это вот убрать. Броню вот 247. Чё? А, и корпус вот этот. Хард армор убрал. 165. Ну как фрига, у нас фрегат больше. 237 там что-то. А так можно 285. Это, ну, базовый типа. Когда мы ставим Зордрикс, давай, ну и сразу 412. Сколько он говорит, что 165, и вот этот мини-экран, да, вот это дёрнули, он будет давать только прибавку 30 на поле. Ну вообще, наверное, нету смысла. 32-33 за один. Даже если его 5 раз запустить, надо 150. Ну, вот стойкость брони 2. Потому что почему сейчас стойкость? Я хочу число на 2, не обмножить стойкости x2. Потому что нету. Тут, допустим, стойкость 10 у тританиевой брони. Ну, это тританус. Из Винкс тританус, а тут 20. И там он будет давать 10 на 2, 20, а тут будет 20 и 40. Ну, 40 и дается. Снижает урон от обычного. Столько-то. Каждого не влияет на урон от бронебойного. А вот этот Heavy Armor снижает урон от столкновений с блоками и нивелирует бронебойную способность атаки противника. А если без тяжелой брони, то и гайки. Ну, вот мы фрегаты на тяжелую броню. Вот если вот когда как, смотри, сколько, если у них уже пошла бронебойная, и это много залпов, вот это лучше выбирать. Столько и брони. А пока не было там, то как бы хп могло влиять. Ну или не было экранов, например, каких-то еще не знаю. То хп, да. Потому что если хп еще чуть-чуть осталось, то он еще какой-то залп сделает. Сделает залп на форсере. Щит потом куда-то. Еще и третий залп. Может, и скоростью бою x3. Третий залп будет гарантирован. Ну, дестройеры, вот тут они летают, сколько вот они нормально держатся. Ну, за 500 хп, это 500 хп. У крейсера 800. Ну, то есть он дестройер подкрученный в полтора раза дестройер. Но зато он ремонтную систему имеет. 3 пульсона и 2 гравитона. 3 пульсона с плитовых защитой.
пара гравитона. Ну он валит, он из-под валит урон. 75 дали. Ну дали, говорит, 40-75 на средней дистанции. Ближняя 93-75. Средняя гравитона, так сказать, 43. Ну что это не турели, так пушка. Хоть она направление огня тура, по сути. 43 плюс 50-93 там. А беглый огонь он обратно на 20. Ну 73 там, 75%. 3-4 там точно. Но зато он быстро. Ну 3 фрегата столько же, сколько крейсер там по защите. А крейсер фрегатах это. Ну стоит 4 фрегата, но крейсер бывает мощнее, с 80 фрегатов. Если технологически высокие, так как они уже так уже не пробьют. Ну может и больше фрегатов вывести, там 3-4. Да фрегатов вообще там не снится, 3-4. Ну типа попроще. А те, которые тут прилетели, Булгарии 4. Тяжело. Тут 2 АЖИ, а крейсера только в полтора, да, уже. Крейсер за не подходит. 3, 2. Тут 5, а тут 3. А если крейсеру поставить этот, ну экран, например, уменьшить. Сможем 52 тут. Ну тут меньше. 15-17 можно получить. Барвитона еще один. 30-17-47. Надо 62. То есть поменять. Выкинуть эту 8. 47 плюс 8. 53. Да? 55. Ну тут тогда оборона вообще поплывет. Набавить наоборот. Даже некуда набавить. А может... Ну вот эти файтеры, что мы ставим файтеры, непонятно, есть там или нет, он что там влияет. Вроде влияет, да. Ну файтеры. Тут файтер отсек бомбиксов 135. Количество дронов. Дронов 3. Самая мощная торпеда. Использую. У нас торпед как таковых нет. У нас самая мощная торпеда по полтосу. Вот и все. Это на 150 урона наносит. А эта штука наносит 81. 2, 2 это 160. И 3, 240. Ну у него, конечно, 5 зионов по 60, это уже 300. Ну это линкоров был. У тех, кто меньше, там по 3. 180, это 240. Ну, вообще, да, надо крейсер в сумму, как я подумал. Можно вместо кондера. Ну это система телепортера. Ну, телепортироваться на небольшие расстояния. Тоже ну, прикольно, если бы оно ну, бонус был это, да. Ну, типа, под запретом там, чтобы у меня сама телепортировала. Ну, то есть, ну, с этой штукой он может и отступить, корабли могут отступить. Ну, по идее, сбой. Без этого оно даже не предлагает. Ну, ему некуда. Да. Ну, шелся кондер или поле, может, поле. Ну, тогда придется, ну, вот, допустим, кондер убрать. А крейсер, остался крейсер. Короче, убрать кондер вот этот. Обратно прокручивать, поснимать пушек. Снять две пушки и кондер.